Для игр зимой и летом в футбольной школе «Звезда» обновили поле для мини-футбола. На торжественном открытии площадки побывали мои коллеги. 15 лет назад Валерий Николаевич Товкач пришел ко мне и предложил организовать вот на этом месте футбольное поле. Тогда это казалось невозможным. Сегодня футбольная школа «Звезда» — это три игровых поля для тренировок детей разных возрастов. После ремонта площадка для мини-футбола обзавелась новым всесезонным покрытием, освещением и современной разметкой. Мы наконец-то смогли ее расширить, застелить искусственным покрытием, сделать разметку, та, которая требуется федеральными стандартами, обеспечивается безопасность. Мы рассчитываем, что она усилит наш процесс подготовки и скажется на технической подготовке игроков. В школе «Звезда» занимаются более 1000 детей. Из них 530 на бюджетной основе. Помимо открытия поля для мини-футбола, на спортивном празднике 6-летних мальчишек посвятили футболисты. Так, обороняется 90-й номер. Удар! В домик отправляется мяч, отправляется через этот самый домик ворота. Футбольный сезон в округе почти завершен. Награждение команд победителей пройдет 10 октября в Люберецком музейно-выставочном комплексе. На торжественной церемонии отметят лучших игроков и тренеров. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.